Каин сильно изменился. Клан последовал за ним. Немногие знали истину об этом. Мы победили, но выжили немногие. Чтобы усилить свое могущество, Каин решил создать нас, меня и моего брата. Меня зовут Разио. Я первый лейтенант. Я слуга Золотого века. Он наделил нас повышенными возможностями. Мы становились похожи на людей все меньше и меньше. Абсолютно не рассуждая, мы стали постоянно изменяться. Произошло слияние старых и новых возможностей. Через несколько лет после того, как мы обрели этот дар, мы начали развиваться сами, без помощи нашего повелителя. И я превзошел своего повелителя. Но за мои прегрешения я был вознагражден. Вознагражден вечной агонией. Существовал единственный способ моего уничтожения. Принесение в жертву. Я должен был страдать, вечно гореть, находясь на волосок от смерти. Разделайтесь с ним. Падая вниз, сгорая в огне, медленно опускался на самое дно бездны. Неописуемая боль, мучительный огонь. Время для меня просто остановилось. Это был ад. Наступило забвение, о возвращении не могло быть и речи. Я навечно стал ее узником. Они хотели уничтожить меня, но тем не менее я жив. Рози, ты избранный. Я знаю тебя, Разио. Ты избранец. Что за черт? Что за существо обитает в таких прекрасных формах? Я раньше не видел таких. Смерть — это избавление. Это избавление для меня. Я не хочу существовать в таком обличии. Ты не выживешь в этой бездне. Я смогу только приостановить процесс твоего уничтожения. Я бы предпочел смерть такому существованию. Это не твой выбор. Это не... Я уничтожен. Ты возродился. Пойманные тобой души тех, кто ненавидит Каина, придадут тебе силы и активизируют твои скрытые способности. И это поможет тебе унаследовать Назгот. Равновесие нарушено. Души умерших находятся в западне, и я не могу повернуть вспять колесо их судеб.
Я не могу изменить их предназначение. Отомсти за себя. Продолжить себя. Состояние Ская там. Уничтожь его и его братство. Освободи души и заставь колесо судьбы двигаться вспять. Используй свою хитрость для того, чтобы красть души, а я помогу тебе в этом. Стань моим похитителем душ, моим ангелом смерти. Эти ворота искажают пространство, прокладывая дорогу во времени. Ты должен пройти через другие ворота, прежде чем этот портал откроется для тебя. Ты слаб. Тебе нужна энергия. Тебе нужна энергия. Вечный голод покинул меня. У меня больше нет желания пить кровь. Ты изменился. Теперь жажду крови вытеснила более сильное желание. Ты стал похитителем душ. Приумножь свою силу, и теперь тебе необходимо охотиться на потерянных духов и добывать души своих врагов.